Проверку сегодня провели и дорожные полицейские. Почти 100 городских пешеходных переходов не соответствуют нормативам безопасности. Для устранения нарушений городским чиновникам выписывают предписания. Правда, не всегда проблему удается решить сразу. Когда пешеходные переходы станут более безопасными, разбирался Никита Тузов. Ну вот здесь сейчас мы с вами стоим, но с учетом того, что еще не совсем стемнело, значит, показывает 9 люкс. До норматива пешеходный переход в районе дома номер 41 по улице Карла Маркса не дотягивает. Согласно требованиям безопасности, количество света на 1 квадратный метр здесь должно быть в 2 раза больше – 20 люкс. Впрочем, это не единственный недостаток этого перехода. Необходимо заменить знаки на знаки с увеличенной светоотражаемостью, то есть на знаки с желтым фоном. Необходимо ограждение, а также посмотрим необходимость переноса данного пешеходного перехода, быть может, на противоположную сторону дороги. Несоответствие требованиям безопасности, считают дорожные полицейские, является прямой причиной большого количества аварий. Только за последний год здесь произошло 4 ДТП с участием пешеходов. Последний случай 15 декабря. Травмы получил 9-летний мальчик. В ночное время при переходе проезжей части, особенно в таких дорожных условиях, при фактически нулевой отражаемости от проезжей части пешехода не видно. Если пешеход находится в темной одежде, то водитель не всегда успевает принять меры к торможению. Всего в городе почти 300 нерегулируемых пешеходных переходов. Всем требованиям соответствуют только 2/3 из них. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды и выписывают чиновникам городской администрации предписания для устранения недостатков. Так, например, освещения не хватает на 2 переходах. Однако решить проблемы сразу городские власти не могут. Вот сейчас средств, конечно, у нас недостаточно, поэтому мы подходим очень скрупулезно к выбору очередности проведения работ. На комиссии по безопасности в начале 2016 года мы как раз определим очередность, с каких перекрестков, с каких пешеходных переходов мы эту работу продолжим. На предписание полицейских чиновники должны отреагировать в течение 30 дней. Иначе городской администрации придется выплачивать штраф до 300 тысяч рублей. Пока же в условиях нехватки освещения сотрудники ГИБДД сами делают пешеходов заметнее, раздают им светоотражающие элементы. Никита Тузов, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича.